Всем привет, с вами MegaSirius 12, и сегодня я вам покажу обзор пистолета Берса Thunder 9 Pro. Это пневматический пистолет мощностью до 3 джоулей и имеющий начальную скорость пули, заявленный производителем до 125 метров в секунду. Так, ну давайте я для начала вам покажу, что у нас в коробке лежит. В коробочке у нас мало что, кстати, лежит. Это у нас гарантийный талон. Но хочется отметить, что гарантийный ремонт производится в городе Москва, столице нашей родины. Они все живут в Москве, поэтому, если вы не москвич, то, в принципе, гарантия на этот пистолет вам не очень-то и важна. Дальше идет инструкция на русском языке, а также техника безопасности, тоже на русском. Рекламный буклет от фирмы ASG. Тут различные пистолеты, но она на английском. И оригинальная инструкция пистолета цветная уже тоже на английском. Ну и, разумеется, сам пистолет. Так, давайте я достану пистолет и уберу коробку, чтобы она не мешала. Пистолет выглядит вот так. В общем, сейчас я вам о нем расскажу. Пистолет этот является лицензионной копией боевого пистолета Берса, который состоит на вооружении вооруженных сил Аргентины, а также на вооружении полицейских этой страны. То есть, есть реально существующий боевой прототип. Вот так он выглядит. Пистолет не имеет функции blowback, то есть затвор неподвижный. То есть, он монолитной конструкции, он не двигается ни при стрельбе, ни так. Далее, что еще хочется отметить. Имеется под стволом планка вивера, подствольная планка. Можно прикрепить ЛЦУ или фонарик. Также имеются из прицельных приспособлений нерегулируемая мушка и нерегулируемый целик. Но что хочется отметить, что есть белые точки на прицельных приспособлениях, и они упрощают прицеливание, вот так как-то. Также пистолет оснащен предохранителем кнопочного типа, то есть S и F, но я не уверен, что вам букву видно. Вот красная точка появилась, все, пистолет снят с предохранителя. Снова вперед двинули кнопку, и пистолет снова на предохранителе. Когда он на предохранителе, курок просто мягко нажимается, но ничего не происходит. Так, что еще хочется отметить? Магазин извлекается нажатием кнопки, как на большинстве обычных пистолетов. То есть никаких рычажков и прочего. Также вставляется. Еще раз нажали, опять вынули. Так, что еще хочется сказать? Ну, давайте я вам расскажу об эксплуатации этого пистолета, а там посмотрим. В общем, вынимаете магазин, отодвигаете крышку назад, при желании ее можно снять, она просто на, скажем так, на таких своеобразных рельсах, или я не знаю, что там, крепление простое, ее чуть-чуть оттягиваете, и крышку можно снять вообще. Откручиваете прижимной винт до конца и вставляете баллон. Стреляет пистолет с помощью баллончика с газом, 12-граммового баллончика с газом, вот так он выглядит. То есть пистолет газобаллонного типа. Вот так вы его вставляете аккуратненько. Так, что-то он у меня не вылазит. Вроде отодвинул прижимной винт. Так, как я уже забыл сказать, головкой баллона кверху, то есть туда. Вот вы его вставили и начинаете закручивать винт. Сильно закрутили, баллон прокололся. Но я баллон прокалывать не буду, так как я не хочу пока стрелять. Я не буду дома стрелять. То есть вот как-то так. Вот так баллон выглядит. Вот туда его вставили и затянули винт до конца. Кстати, он почему-то сам затянулся. Сейчас посмотрю. Да, вот он сейчас открученный. Вот обратно закручиваете, он закручивается, короче, и прокалываете баллон. И защелкиваете крышку. Пистолет, материал пистолета полностью из пластика. То есть он полностью пластиковый. Щечки пистолета также пластиковые, но хочется отметить, что внутри много железных деталей, точнее металлических. Вот, например, здесь вся ручка внутри железная, сзади тоже. Там тоже железо, и внутри, хоть и пистолет не имеет неполную разборку, но я разбирал его, чтобы почистить, и там много железных деталей, я попозже покажу. Но как таковой разборки у пистолета нет, это я уже разбирал полностью для чистки. По идее, как таковой функции этой нет. Ну вот, в принципе, и все. Баллон в пистолете есть. Теперь снаряжаете магазин. Оттягиваете пружину до конца. И вот в эту вот дырку кладете шарики.
Сейчас я вам, ну, полностью набивать не буду, я вам сейчас частично покажу. Вот вы пружину оттянули и кладете шарики. Так, один, точнее два, по-моему. А, нет, два, три и четыре. Вот так. Так, емкость магазина 19 шариков, но лично проверил, влазит 20 шариков, правда, иногда 20 шарик выпадает, поэтому все-таки лучше заряжать 19. Зарядили полностью и отщелкиваете вот эту пружину, чтобы она снова начала давить на шарики. Если не хотите полностью заряжать магазин, допустим, только 5 пулек вставили, то держите пульки пальцем, потому что пружина мощная, она их выбивает из магазина. Вот я отщелкнул. Вот тут рычажок оттянул, и все, пружина придавила шарики. Все, магазин, по идее, снаряжен. Вставляете его в пистолет. Все, пистолет готов к стрельбе. Он сейчас стоит на предохранителе. Забыл отметить, что предохранитель ручной, а не автоматического типа. Поэтому, если вы не собираетесь стрелять, вы ставите на предохранитель. Ну, а если хотите стрелять, то оттягивайте предохранитель обратно. Появилась красная точка, все, можно стрелять. По идее, если я баллон проколол, все, пистолет был бы готов к стрельбе. Ну, тут наклейка есть 2,6 джоуля, хотя на сайте, где я покупал, я вам покажу, сейчас я расскажу, где именно я покупал, было заявлено, по-моему, что там 2,9 джоуля, или, может быть, там было написано, что до 3 джоуля не суть. Но сам по себе пистолет мощный, я вам потом это докажу. Также постараюсь в течение месяца снять стрельбу из этого пистолета, а чтобы, ну, если вы более серьезно увлекаетесь пневматикой, то я вам скину ссылку в описании на более серьезный обзор этого пистолета, то есть там будет уже и тестовая стрельба через хронограф, и стрельба на точность и на кучность, ну и вообще более профессиональный обзор. Это я сейчас на уровне любителя снимаю, ну ладно. Также хочется отметить одну интересную вещь. Сейчас я выну магазин сначала. Так, вот шарик выпал почему-то, ну ладно. То есть, во-первых, ход курка. Он достаточно тугой, но к этому быстро привыкаешь. И хочется отметить, вот сейчас он так, я не вынул магазин, да. В общем, без, если магазин, фу ты, магазин, если баллон не проколот, то звук выстрела напоминает чем-то открывание бутылки шампанского. Ну, достаточно тихий. А вот с баллончиком он немного погромче, но, в принципе, тоже достаточно тихий. И сразу отмечу, что шум выстрела даже отдаленно он не напоминает. Так, как я уже сказал, ход курка достаточно тугой, но можно быстро привыкнуть. И особенность пистолета, точнее, пистолетов этой фирмы, то есть, если вы хотите стрелять, вы начинаете нажимать курок, но вдруг резко прекращаете. Вот, допустим, я не до конца нажал, то есть, щелчка не было, я его отпустил, то шарик выпал. То есть, если вы нажали курок уже частично, то производите стрельбу, и потому что шарики выпадают. Это особенность подачи шарика. Вот я нажал еще, не до конца. Отпустил, шарик опять выпал. Вот их два. Я нажал, шарик вот, ну, тут чувствуется рукой, там происходит щелчок. Отпустил, шарик выпал. То есть, еще сейчас, по идее, шариков нет. То есть, надо нажимать до щелчка и выстреливать сразу. Иначе вот так все шарики растеряете. Ну, что еще сказать? Сейчас я вам покажу, где я его заказывал. В общем, заказывал я его на сайте ozon.ru. Это интернет-магазин, если кто не знает, но я думаю, все знают. Почему заказывал через интернет? Потому что в городе у нас дешевых пистолетов нет. Минимальная цена по 3500, которые я видел. А хотелось именно новый купить, а не с рук. Поэтому я стал глядеть в интернете и нашел достаточно дешевые пистолеты. И решил заказывать через интернет. Но не стал заказывать на специализированных магазинах по пневматике. Ну, интернет-магазинов я имею в виду. Потому что к Озону у меня все-таки доверие есть, а остальные магазины я как бы еще, ну, я в них не уверен. Поэтому все-таки не стал специализированных заказывать. И заказал на Озоне. И, в принципе, не жалею. Кстати, такой пистолет я потом нашел все-таки в продаже в своем городе, ну, в обычном магазине, не через интернет, и он стоил на 1500 дороже. Вот такие вот у нас дела. И как мне пояснили продавцы, почему такой дорогой, типа, это такая надбавка цены за аренду магазина, то есть они же там арендуют площадь, и вот такая вот надбавочка получилась в 1500 рублей. Я считаю это наглым грабежом. Также хочется отметить, что можно на том же Озоне на сайте заказать дополнительный магазин. Вот я еще один сейчас я выну. Покажу оба. Они полностью одинаковые. Стоил он, по-моему, 500 рублей.
И он на сайте Озон тоже есть. В городе я тоже магазин запасного отдельно не нашел. Ну, решил заказать второй, потому что все-таки было интересно не просто стрелять, а вынимать и перезаряжать быстро. То есть тоже так достаточно более развлекательней становилась стрельба. Ну, вот, если что, имейте в виду, можно заказать дополнительный магазин. Так, стреляет пистолет шариками, точнее дробью ББ, ну, в народе их называют шариками. Калибра 4,5 мм, подойдет как медные шарики, так и свинцовые. Сразу хочу сказать, что пули не подойдут для стрельбы. Конечно, думаю, кто увлекается пневматикой, меня поняли, но сейчас я покажу тем, кто меня еще не совсем понял, чем отличается шарик от пули. То есть шарики, ну точнее дробь ББ, если правильно, они выглядят вот так. Пули, они выглядят вот так. Блин. Ну что такое, коробка? Пули, они выглядят вот так. Ну теперь, я думаю, все вы поняли разницу. То есть это просто круглые шарики, а это уже пули. Просто иногда напрягает, что многие называют вот эти шарики пулями. Это не так. Ну теперь будете знать. В общем, заказывал я ее вот на этом сайте. Так, где у меня зонт-то? Вот. Стоит он 2490, ну, 2500. Но я сразу заказывал его с баллончиками, то есть 10 баллончиков по цене 250 рублей. В городе же такая коробка у меня стоит тоже 10 баллончиков, 300 рублей. То есть я 50 рублей сэкономил на баллончиках. Ну, вот тут есть характеристики. Вес пистолета 530 грамм, ну, в заряженном состоянии побольше, около 600. Планка для вивера есть, длина ствола 11,5 сантиметров или 115 миллиметров. Начальная скорость пули 122 метра в секунду. Заявленная скорость пули. Хотя на деле я смотрел тест через хронограф, средняя скорость была только лишь 115. Материал пластик. Ну, еще раз повторюсь, что на более профессиональный обзор я скину ссылку, также там покажут и стрельбу из этого пистолета, так как я в этом видео не могу показать вам эту стрельбу из него, постараюсь позже снять. И там вы более подробно посмотрите, если вам он понравился. Ну, ссылку на этот пистолет на Озоне я тоже скину в описании, если он вам понравился и хотите заказать, то покупайте. Я вам советую все-таки с баллонами сразу покупать. И хочется вам показать. В разобранном состоянии он выглядит вот так. Это уже полностью я разобрал. Я отщелкнул крышку, она отщелкивается. Обычно, ну, как обычно на игрушечном пистолете, только она более жесткая, пришлось ножичком подковырнуть. Это ствол. Сам ствол сделан из оружейной стали. И ствол вроде бы как нарезной, если я правильно на пистолете прочитал. Также вот пружина тоже есть. Это от ствола. Это то из ствола, из крышки вынул деталь, и это щечка. Она, как я уже говорил, снимается. Вот так он выглядит в разобранном состоянии. Никаких болтов я не откручивал, то есть это просто я разобрал верхнюю часть пистолета. И хочется отметить мощность этого пистолета. Вот фотография. Видите, пульки, деревяшка достаточно прочная была. Пульки буквально не то что вмяли и выпали. Не то что вмятины оставили, они прям конкретно залетели. И пульки эти я смог вынуть только уже ножом. То есть достаточно мощный пистолет. Кстати, бутылку шампанского он тоже разбивает с 2-3 выстрелов. Не сквозное отверстие пробивает, а именно разбивает. В дребезги с 2-3 выстрелов. И как вы знаете, у шампанского, у бутылки пластик, фотопластик, стекло достаточно более прочное, чем на обычных стеклянных бутылках. Поэтому мощность достаточно велика. Ну и все, в принципе, я все рассказал. Если есть вопросы, спрашивайте. Сразу хочу сказать более образованным любителям пневматики, что обзор не считается профессиональным, поэтому если вам что-то не нравится, уж извините, этот обзор не претендует на звание профессионального. Ну, давайте я вам еще раз покажу этот пистолет. Если есть вопросы, еще раз повторюсь, спрашивайте. И напоминаю, что пистолет не является игрушкой. Чтобы приобрести пистолет, конечно, лицензии не надо, так как его мощность всего до 3 джоулей, но нужно, чтобы вам было 18 лет. То есть, если ваш возраст менее 18 лет, вам его не купить. Ну и все, в принципе. Спасибо, что смотрели. Увидимся, до скорого. И напомню еще раз, при стрельбе соблюдайте технику безопасности. Этот пистолет
пневматический, а не игрушку. Поэтому тоже может быть опасен. Все, всем до скорого, пока.